Так, помолился на дорожку? Нет, на помолиться. Ох, всего 50 дали. Это что за медведь? Так, что-то какой-то квестик. Так. Так. Нам сейчас дадут халявную лошадку, наверное. У меня уже два коня есть, кстати, что-то я не понял. Сереж, у меня два... Один этот рентовский должен быть. И один, кто хочет, у тебя у нас был. И один сейчас мы должны вот этот получить халявную. За обновлением. Погнали. Так, чё? А типа халявный он надо быть постоянно? Да. Должен вроде бы. Погнали, погнали. Пошли вниз к этому за лошадкой. Бежим, бежим. Это что за подстава? Можно лошадь ускорить как? Нет. Я заметил, что нет. Что профессия выполнилась что-то как-то быстро. 2 минуты, блядь. Вот тердипский конь, возьмем его. Man, that, я возьму Сабина. Только одна лошадь чуть подстала. Quest complete. Чё, куда идем-то? Так, чё хоть у меня в инвентаре-то? Дело-то. А, вот он, конь-то. Конь в пальто-то. Вон у меня он тоже есть один. Я забыл, что он в инвентаре появился. Слушай, а мне всякого дерьма продать надо. Так у него же и продай. Можно? Можно, можно. Что? Ух ты, чё-то я нашел. Какие штучки. Сундук у меня какой-то. А, чё это? А, донатный сундук, Серёга. 12, левел 9. Так, кибеням, так понадобится, понадобится. Хочу в жопу эту хуйню. Персональный. Ай-яй-яй-яй, зачем я лошадку продал? Ну ты что, глупый что, Серёж? Я лучше на аукцион её выставлю. А сундук новой жизни, это что за говно вообще? А это там, хоть там же написано, что там есть. А ключ стоит сотню с чем-то там, 125 золота, доната точнее. Продаем. Ну, за какие-то 500. Небесная сумка обработки. Что за говно происходит? А, время ограничено. Профессия. Так, ладно. 5 минут. О, сундучок получил. Мне вот эта лошадка больше нравится. Я с тебя руну сниму, так что иди в Старкотанус. Вот ты иди. Ты там все? Да. Ну-ка, пошли-ка я посмотрю, есть какие-нибудь у меня награды или нет. В принципе, я сомневаюсь. Ну, конечно, нет. Чего-то служит. Зато ты тоже посмотришь, может там что-то тоже дало. Ты этот аккаунт связывал? С кем? С аккаунтом. С каким? Сайтовским. Покашным. Конечно нет. Там типа дали вроде этого... компаньона. У меня есть компаньон, не хватит. Одного дебила. Пишу клейма. Промо. О, 2 промо. Какой-то... О, Mace Engine Explorer Pack. Серёж, мне нихера нет. Я могу купить только набор следователя. Сиджил овощ коуди.
Хватит хвастаться, я тоже хочу. Ух ты, артефактик, возьму. Когда он мне здесь нахуй не нужен, но все. Видел, равно какой тут краб был волшебный. Я хочу себе такой. Ну да, да, у меня есть артефакт, знаю. Ну-ка, новая лошадка. Universal Sigma, Хватит хвастаться, ты реально бесишь. Я тоже хочу. Basic and House, что-то как-то ничего такого нету. Пойдем. Майна Глори Ваучер. Что это такое? Пойдем! А, надо так. Пойдем. Сереж. Я 15 левел стал. Единорог! Единорог! Да уберись ты, блядь, это. О, вон нашлось. О, вье, мне дали этого. Как назвать тебя ренегата, блядь? Ренегата? Как назвать? Отступник, типа? Или чё? Рег. Пускай будет регом. Давай, пойдем уже. Да, 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 да. Понял. У тебя 15 уровень? Да. Нас хуяли. Вообще, господи. Почему у меня 13-й? Я сундучок открыл. Да какого хрена ты открываешь какие-то левые сундучки, а у меня их нет? Что за подстава-то? Ну вот, чувак, и не моя, не знать, честно. Ладно, пока это я не буду все делать, посмотрю сейчас. Какой ты сундук открыл, слышишь? Я тебя выкину сейчас из этого куда-нибудь. 106 зачарованный ключ. Мне нужно 106 золотых сейчас. Доначу за тебя. Лучше на. А этот сундук уровень дает? Херня вообще. Чё у меня сейчас как-то? Сабина Холс. Я не хочу я Сабина Холс. Обалдеть, какую-то херню это все. Пиздец, это такая дезморалька. Уже 15 обосраться. А чё, у тебя не было что там сундучка-то? Ты не, у меня ничего не ты было. Ты все вкладки посмотрел? Все вкладки я посмотрел, а чё, тупой что ли? Ну кто сейчас знает. Может, у меня два персонажа? Один другого сосал. Вообще пацан на картонах ползает, бедняга. Капец. Сука, теперь бомжом себя чувствую. Да туда спихи покрасить. Господи. Насажали тут говно всякое. Ну и теперь бомбит он. Дальше чем у тебя. Когда Dark Souls проходит. У меня вообще нет бы где-то хуйни. Блять, не туда пошел. Да блять, опять. Идем-то. В портал Банши или Блэк Лейк? Тауэр Дистрикт. Башня. Тауэр Дистрикт. Башня. А, на башне, господи, я Банши. Какого хрена тебе сундук дали? Потому что у меня два перса, значит. Один 70-й левел. У меня один 5-й левел. Что за... Дай-ка сейчас. Bloodbath. Не могу. Иди в жопу со своей информацией. Я не в духе. Hail, adventurer. Погнали. Угу. Что, ху, пойдем уже. Пойдем. Так, hit points, critical. Все, я пошел. Погоди ты, блин. Я уже ушел. Дожди, чувак, ты чё? Я убежал уже. Мы нашли новый лагерь. Ха! А ты нет.
Погоди, я профессию выполню. Ты задрал. Ты ящики не... получает, всякое говно там делает вообще обалдеть. А ты что, не выполняешь эти работы профессии, да что ли? Какие работы профессии? У меня нет крепостных этих веков. Там их много этих профессий-то. Меня доводит. Так, а, выполни, вот. Блядь. А, нихера себе. Начать поручение. Я, короче, нанимаю своего наемника. Ну, молодец. Первый наемник, прикинь, я теперь богатый. Так, теперь давай базовое обучение, короче. Делай. Слушай, а он реально работает. Нихера он негр. Мастер наград. О, давай ты мне награды дашь. Награда за орков тут. Квест есть. Серёж, у него квест есть. The Many Arrows tribe has claimed this area. Good luck out there. The Many Arrows orcs are known for their savagery and sadistic. Так, убить 25 орков. We've had reports of orcs torturing our soldiers around Joaquin Way. Понимаем, да? Конечно. Так, у меня же там наверняка этот крестьянин сидел. Так, Saving Guards. Some of our Neverwinter guard patrols have gone missing while exploring Joaquin Way. Где работают? They've been captured or killed by the Many Arrows orcs. If there are any soldiers left alive, they must be rescued. Так, два квеста взял. Что, ты его выполнил? Все, я все взял. Погнали. А, вот ты. Погнали, погнали. Пиздец, ящики получаются. Погнали, орков, пиздец. Пацаны, пацаны! 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 Ну-ка, смотри, что я могу сделать. И что ты сделал? Я из них высосал жизнь и себе всосал. Я же тебе говорю, ты подсасываешь там у кого-то. Хочешь, смотри, это артефакт, короче. Так, блядь, ген. Делает 80 урона 5 до 5 человек ближайших. И лечит на каждого с 80 хп мне. А ну-ка, чувак, погоди, я компаньона и какие-то вызовы. Это опасный парень. Мне какой-то ящик выпал, прикинь. Сундук шундук. Сука, что? Сундук шундук. Как это читать вообще? Новый шундук... этот чё? Сундук шундук. Шундукануло. Вон мой шундук. Этот, смотри, смотри, мой. Компаньон. Ну херёч, у тебя какие-то мужики, у меня летающая херня. Да что это за издевательство? Ну вот, чувак, если бы ты это... залинк, ну, короче, соединил бы аккаунты, ПК-шный... с этим, с Xbox'ом, блять, Xbox'ом скинул, тебя бы тоже дали бы бесплатно. А в браузере? Да. Вон, соси у них. Абилка заряжается 2 минуты. Так ты другой абилка соси. Другой не умеет. Я монстр. Даже никто золотую юду не дает. Ты чё стражам не помогаешь, а? Ты помог... А, кстати, надо стражу. А, ну ты помогаешь. Всё, я смотрю. Ты говоришь, что после того, как ты получил какой-то читерский ящик, который тебе 2 левела апнул, я не должен халявить.
Чё ты хрюкаешь-то? Ай, блядь, из каких-то, блин, двух левелов, блин, здесь. Так, одно задание выполнили. Еще двоих спасти надо. Ща, пацан. Раз. Знак члена стрелов, это чё? А чё твой компаньон руками машет? Он чё, дебил, что ли? Он маг. А руками махать, как придурок, от тебя. Всех магов попало. Сухой остаток. Тебе нужен сухой остаток? Да можешь взять, если тебе получится. Чё, чисто рандом. Как бы босс кубиков, кого больше, тому слушай, дадут. Слушай, это мне честно, мне плевать. Что это вообще за хрень? Какие-то там сухие остатки. Я понимаю, что там за сухие остатки от орков будут остаться просто. Капец. Чего? Destructive Games подарили, что ли? Чего? Destructive Games подарили, что ли? Нет. Да как? Я, знаете, подгоняет постоянно. Ну, пошли. А, 170 хп, нихера. The Tempests give you strength. Excellent work. The orcs will likely return to their ways, but we've in their numbers at least. Well done. You saved those guards. Я пока профессию поснимаюсь. Чё, негр, работаешь? Красава. Давай дальше. Давай, защищай пацана. Пока твой хозяин бегает. Вот, слушай. У него было три сухих остатка. Что? Не страшно. Когда я успел с ним так... Это материал для этого крафта. Мне нужны зачарованные ключи, короче. Так, компаньон получил опыт. Можно куда-то апгрейдить его. Begin training. Так, чё у меня за шмочек-то выпал? Какой-нибудь там охренительный шмот, короче. О, вон камень, блин, выпал. Ну что я сказал? Вот что я сказал? Чё, какой шмот охуенный? Тренинг Рунстоун ранг 1. Блять, это выпал-то из этого обычного перста, блин. Ты уже разыграешься тут. Да ладно, я тебя так балуюсь. Ну, пара дискаунтов. Эх, помолиться бы. Так помолись. Ты кому? Тебе что ли? Чё, идём дальше? О, Орк Баунти. Олег Файк. Так, продам. Ой, level up, finally. Баунти или похо, короче, продал тебе ням. Сколько здесь этих? 7. Чем я пользуюсь, чем я не пользуюсь? Серёж, чем я пользуюсь? Деньгами. Кстати, логично. У тебя макасин есть, дайте продам. Ой, в смысле, продам. Что это такое? Ой, это что-то лучше. Надо продадим. Я в таверну ушел, короче. Продадим. Она рядом здесь вход, вот там куча в башне, которая. Продадим. Может, там квесты дают.
Продадим. Продадим. А можно эти в рабство продам? Таверна это та, что вот здесь? Павшая башня? Да, да. Вообще здесь делать нехуй, пошли, нахуй зашел. Я захожу вообще-то. Здесь только магазинчик. Я тебя в рабство продам. Вон, одного там рабочего продал в рабство на 5 минут. Я продам на 3 часа. Нельзя? Нет, нельзя. Так, встанем сейчас в очереди на что-нибудь. Какой-нибудь ивентик. Зачем я 360 включил? Господи. Я там принял что-то. Да понял я, отстань. Да отвали ты, господи. Ух ты, данжен. Ну, пойдем. Ух ты, ты принял? Я там это навык поднял. Читаю Left Channel Match, что за хуйня? Ух ты, все вел все. Что происходит-то? Пошли пока. Так, куда идем? Ну, дальше выполнять квестик. Мешочек какой-то найти. О, респаун, yes. Принятие нажал. Молодец. Первый данжен. Этим персом. Чё, мне сейчас опыта дадут, да? Да. Много? Чё, там уже не есть, пока я тут иду? Ну, самое интересное. Я в какой-то знак членострелов хожу и все. Нам вниз. О, идолы. Ничего не слышишь? Что-то там на фоне. Да господи, закройся ты. Туда. Не, ну ты видал, как я его? Осторожно, здесь ловушки. Я уже. Рунный камень, так. Ты
Шиндакупа, так. О, я правильно его фамилию посчитал. Чувствуешь этот скилл? Мне бы сейчас здесь твоя лечилка не помешала бы. Где? Впереди дальше чё? Ну вот хули ты убежал, ты не вернись. А хули там тормозите, блядь? Хули ты убежал, ты вернись сюда. Он тут даже пацан вернулся. Да затрали, надо мне. Чё, мне дают хоть одну? Лечилка? Иди сюда, господи. Ну ты зачем? Ты даже у меня вещь потерять. Давай, шучу. Давай. Хилишься? Да, ты да. Хилишься, все, у меня заряд закончен. Что ж, сам бы не взял? Хай. Не, не спеши, не спи. Еее, завалили. Ой, квест выполнили. Шестнадцатый левел поднял. Пиздец, я ранен вообще, честно. Какой ты там левел поднял только что? 16. Охуели все, ребят. Честно. 14. Потолок. Это что за? Че он пендрил? Так, чуть где там мне? Да блин, заебали все подбирать, подбегать уже. О, боссик. Красавчик. Что ли? Ну идем дальше. А, блядь, достали подбирать все подряд, блять. Какой идиот подбирает все? Все, прошли что ли? Нет, почему? А ты что там все собираешь, все подряд? Не все подряд, только то, что там свечка. Именно, знаешь, такое. Короче, не тусклое, вот красное. Я не туда пошел? Я упал. Я особо много потерял, пацан, все решает. Ботанический сад. Ну а что, неплохо выглядит, красиво. У меня сейчас ныган вернется.
Один зря спустился, да? Похоже, да. Похоже, нет, хотел сказать. Куда эта хмырь убежал? Походу, думает, вот дебилы. Репорт. ЧС. А куда у меня, кстати, бронзовые монетки пропадают? Да, все у тебя что-то там орёт, да, орёт. Футбол. Головного мозга. Того. Ну, сам. Это что за баба такое, блядь, было? Это что за большая баба? Это я. Ждал. Ну, еще один босик. А где камень? Не знаю, что-то возможно. А вот. Ты что заблудил? Everyone passed. Тогда кто ж поднял-то? Так, еще последний босс остался. Вы там где будете? Ух ты, есть еще ловушечка. Ловушка. Блять. Все, финальный босик. Завершили первый этот. Первый данжен свой.
Dialog with standard dungeon chest key available in... Так. Сколько у меня? Блять, только что 20. Нехорошо. Никакого бонуса не будет. Ну там чё? Ты вышел уже? Да, я вышел. Так. У меня нет ничего, так что там. Этого сундука какой-то на базаре чудес. Это магазин, вообще-то. У тебя сегодня нету остальных бриллиантов, наверное. Он стоит вроде 2,5. Не, у меня кроме. Вот именно, ну, во что болтал еще. Так, новый левел что-то поднял. Так, пошли, выполним. Impressed with the work you've been doing. А здесь есть где-нибудь сундук, куда можешь все на лоду скинуть? Нет, знаю ее. Все, идем. Пошли. Господи, я хотел спросить, этот пацан с нами, потому что тебя, Марк. Ну, закройся ты, свит. Так, где же они спрятали этот мешочек там? Спрятай. Я уже 30 сундук шиндака лунду нашел. Да ты будешь находить много, они постоянно падают. Так. Можешь выставить по дорожному кузову? Нет, они, блин, валяются на каждом шагу, на каждую почти. Короче, как кейс в кузове, я понял. И толку от них никакого, если у тебя нет ключа. Ключ за донаток. Ну, я понял, говорю, как валюты. Это, как кейс в CSGO, я понял. Ну и ты можешь купить VIP и ключ на аккаунт каждый день будет падать. We're willing to pay for service. Your companion gain experience. Так. Блять. Да блять, опять туда зашел. А, типа, когда эта медная валюта в сотку набирается, она, типа, перерастает в серебряную, что ли? Ну, логично же. А потом у золота. Так, чё так, как мне 15 левел, это лайфстил. Не, бесполезная хуйня. Всё продал. 12, 15, 4, так, защита... Флекшн. Вообще возьму эту броньку. А, кстати, у костра можешь помолиться, да? Да-да. Так, что еще интересного? Ничего. Че, давай тогда дадим пропавшее письмо хватить. А, здесь же письмо отдается, да? Нет. А куда? На босс стражи мира. Я продаю шмот. Вы зачем мне, блин, этого арканута продал, блин? Аркейн. Лох. Да ладно, похуй, выпадет когда-нибудь.
Давай доставим этот лос диспатчем. Да, чувака. Сноуборд. To help? Well done. Those dispatches contained important information. It's a good thing the Yorks were more concerned with waylaying our people for treasure than they were with these papers. Давай еще что ПВПшное загоним. According to the dispatch you recovered from the courier, будем? The Yorks are not the only problems we have around here. There are reports of a holdout Nasha rebel cell led by a half-orc called Khan Nev. Operating in the sewers underneath Merchant Square. Nevrim suspected of shady dealings with the Many Arrows tribe, undermining the safety of the city. We need you to head into the Merchant Square sewers and defeat this upstart before he becomes another Khazar. Так, Васик принял. The Tower District would. Хантит Реликс. Ну-ка, пошли вон-то, а этого с Кимыш сделаем, он быстрый. Здесь быстро всего 3 волны отразить надо будет. Вроде как. Точно мы что-то вдвоем только начали. Да не так уж там. Да, сейчас был прав, не будет так уж есть. Ты хоть лечись. Ты хоть это ульту-то пользуешься? Она меня заряжает сейчас. Так, первая волна готова. Капец, ты не называешь это быстро? Ну так на, если бы мы были пятером, это было бы быстро. Ты
большой дядя вышел. Убил огра. Компаньон пришел в битву. Последняя волна с босиком. Ты пас что ли нажал? Чё? Ты пас нажал что ли? Да. Ну хуй мне эта хуйня нужна. Это чё-то случайно. Давайте босса или чё засадим. Финал. Ну чё, come to daddy, bitches.
Ай-яй-яй! Не, я убил его. А еще не сдох. Вон там еще. Уху! Награда! Смотри, побольше дай. Ну, ведь для первого раза неплохо. Так, сейчас распродать весь шмот ненужный и заканчивать. Ты уже вышел, да? Ну, из этой локации, да. Так, что-нибудь из шмота есть? Нет. Чё там так шумишь? Так, где есть продавец-то? Продавец справа. Is there anything else? Silver lines. Что там, всё? The bards will sing our glory. Что здесь заканчивается? Помолиться напоследок. Молился? Блин, мне чуть-чуть не хватает, блин, для апгрейда, блядь, компаньона. Сереж, все, заканчиваем. Ага. Все, бай-бай.